Здравствуйте. Как ваши дела? Мы уже здесь, уже все. Все. Теперь будет мир. Хватит. Все, мы рядом. А мы как рады вас видеть. Видим, мы знаем. Мы знаем, да. Все побили, у нас ничего нет. Дом разрушили, разрывали за три дня до этого. Подождите недельку, мы сейчас республику освободим, мы сейчас решим вопрос по гуманитарной поддержке вашей. И немножечко потом начнем восстанавливать все, там свет, вода, хотя бы для начала, чтобы вы были обеспечены светом, водой, газом. Дайте нам, пожалуйста, у нас там еще животные куча, у нас кошечки беременные. И кошечки, ага. Дайте нам молочка, вот немного. Так, что там, кому? А вот это уже Лисичанск. Мирные жители знают, что здесь происходило. Это украинствующие нацисты опять-таки же били по жилым домам, пытались разрушить городскую инфраструктуру. Крыши нет, дом аварийный. Люди не знают, что делать, где сейчас жить им. Поэтому в ближайшее время сюда уже приедут восстанавливать в течение 2 недель. Сюда зайдет комиссия и будет нужно. Я живу, мой подъезд, слава богу, то голова, вот, 4-й этаж. Слава богу. Вот такие окопы украинствующие нацисты понарывали в этом населенном пункте. Каждый угол, каждый дом, на улицах оборонные сооружения, даже медицинские машины шли в ход. Но это им не помогло.